посвящается любви к инновациям. Это история о двух сильных личностях, пути которых пересеклись и создали искру, сила которой способна осветить будущее даже спустя 100 лет. Давайте вернемся в 1881 год. Джулиус Дидриксон родился одним из 8 детей в бедной рыбацкой семье. Не было сомнений в том, что он должен присоединиться к семейному делу. Несмотря на это, очень скоро стало ясно, что у него есть и другие таланты. Он был инноватором. В его рабочей тетради мы нашли чертежи механизмов, использующих альтернативные источники энергии – воду и ветер. Человек, опередивший свое время. Кроме этого, Джулиус был поэтом, писателем и любителем дебатов. Местные газеты часто печатали его статьи под псевдонимом Диксон. Возможно, это было поэтическое сокращение от его собственной фамилии. Он часто размышлял о своих братьях, о рыбаках, здоровье которых было подорвано частыми болезнями и постоянной работой в суровых условиях без надлежащей одежды. Джулиуса озарила идея, и он начал экспериментировать с разными способами создания специализированных товаров более высокого качества. Ему было 30, но он до сих пор был холост. Было принято решение написать в местную газету в раздел «Знакомств» и найти девушку, которая смогла бы разделить с ним жизнь. Объявление было подписано его псевдонимом. 18-летняя Ханна Мальвина Андреасон из Грёта ответила на объявление. Ханна обладала качествами, которые дополнили талант Джулиуса. Сообразительность, передовое мышление и предпринимательские способности – идеальное совпадение. Любовь к инновациям, забота о людях и желание создавать что-то новое привели их к основанию собственной компании в 1913 году. Их любопытство, энергия и сила инноваций до сих пор характеризуют бренд 107 лет спустя. Мы верим в силу любви и силу инноваций и хотим отметить это в нашей весенне-летней коллекции Original 2020 года специальной эмблемой X. Посвящается любви к инновациям.